Ну вот наш снегоуборщик Патриот 750 Pro. На улице плюс 4. Вот с таким снегом вот этот патру поставил, но на такой снег он не идет. Короче, забилось внутри все. Снегом по трубкам вот все забилось. Вот, короче, на мокрый снег вот этот патрубок не идет. Неудобно чистить. Вот, показал. В деле не мог показать. Снег кидал маленько. Вот такой снег здесь чистил маленько, мокрый. Весна, 10 марта, 23 год. И вот здесь прошел я полностью домик. Вот такой снег он еще берет. А вот он и не мягкий, и не жесткий. Такой, короче, между мягким и мокрым. Вот такой здесь снег прошел без проблем. Потихоньку-потихоньку загреб. А такой снежок уже не берет. Мокренький, слишком мокрый. Вот типа такого эти уже все солодело. Такой уже не будет, конечно, кидать. Кидает, но патрубок забивается. Вот за этого только. Ну, мы чистим зимой, только особенно. К весне не надо, всю зиму чистим. Пусть это лучше. Все, можно теперь и убирать. Весна пришла. Надеюсь, зимы не будет. Нормальная техника. Отлично проработала. Всю зиму кидает. Тоже прилично. Легкий снег кидает. Видно на моих видеороликах некоторых. Легкий пушистый снег от 5 до 7 метров кидает, короче. Вот. Для средней работы такую технику можно брать. Техника пойдет для нас.